во всероссийских соревнованиях, на российские встречи по синхронному катанию на коньках среди команд второго спортивного разряда награждается команда «Ангел» Самарская область. Медалью и дипломом награждается тренер команды победительницы Нарпикова Миляуша Рафиковна. За участие во всероссийских соревнованиях «Марийские встречи» по синхронному катанию на коньках среди команд второго спортивного разряда награждается команда «Айс Фокс» Свердловской области.